доброго дня. Сейчас я начну собирать листья. Да, еще много на деревьях, но и на гортензиях, но все равно эти надо хотя бы чуть-чуть собрать, чтобы трава дышала. Уже кое-где даже нарциссы прорастают, так что займусь сейчас листьями, если дождь не пойдет. Ну вот, вышло солнце. Я думала, дождь пойдет. Нет. Вот, смотрите, первая горка листьев собрала. Я, конечно, еще сейчас здесь, когда посередине все соберу и буду по бокам вот там все листья собирать. Очень мне это занятие нравится. Смотрите, еще, конечно, гортензии цветут. Все это еще отпадет. Морозов не было, во всяком случае, где мы живем. Поэтому все вот так красиво. Еще зеленые гортензии стоят, широколистные. Вот, я продолжу дальше. Ну вот, дорогие друзья, еще одна горка. Так, сейчас. Вот, уже пол огорода убрала. Солнышко светит, хорошо, было пасмурно. Сегодня 15 ноября 2023 года. Хорошо, погода мне сопутствует. Вот, я поубирала. И эти листья я уношу в лес. Как говорится, откуда вы прилетели, туда я их и уношу. Тут еще, конечно, работы много. Мне это очень нравится. Делаю с удовольствием. Откроем калитку. Вот и все. И листочки. Листок. Так. Вот так. Смотрите, что я нашла. Ну, не нашла, увидела. Грибы у нас растут. Ну, конечно же, они несъедобные. Вот. Вот как много. Но это первый год. Что это за грибы, я не знаю. Я их рвать не буду, конечно, потому что я не знаю, что это за грибы. О, какие они. В лесу хорошо. Птички поют, солнце светит. Листочки я разбросаю, конечно же. Ну, дорогие друзья, на этом буду с вами прощаться. Всего хорошего. Работы у меня еще на пару часиков. Потому что буду все убирать хорошо. Листьев еще, конечно, много. Это у нас вон поспиливали большие деревья. Вон, видите, там. Вот. Гортензия еще зеленая. Всего вам хорошего. Не болейте. Хорошего настроения, здоровья. Всего самого доброго. До свидания.